Воспитанники Академии футбола «Динамо Минск» сменили прописку. Из студенческого общежития «Бунту» ребята перебрались на стадион «Динамо Юни». Вот такая хорошая новость пришла. Здесь, кстати, обустроено много чего интересного. Да, жилые комнаты, например, для 28 человек. Учебный класс, тренажерный зал, учтены и бытовые нужды спортсменов. Всего в шаговой доступности от полей, на которых ребята тренируются. Таким образом, будущие футболисты не из Минска могут совмещать учебу в школе и профессиональную карьеру. Удобно ведь? Вы сами можете видеть, что это современное здание. Я вижу глаза ребят, которые видят, у них радость. Да? Помимо того, что здесь все комфортно, благоустроено, есть возможность вот прямо, вы видите, в 20 метрах футбольное поле. Инфраструктура, она располагает к тому, что вот это действительно футбольная академия. Да? То есть мы не в студенческом общежитии живем, а мы живем на стадионе. Наша селекционная служба отсматривает, отбирает ребят со всей республики, наиболее перспективных, то, что получается у нас. То есть это одни из лучших потенциально сильных футболистов юных этого возраста. Здесь есть ребята и из Речицы, из Витебска, там, из Мяделя. Сейчас, в настоящий момент, 2009 года мальчик у нас из Чечерска, вот он самый младший. А я вот и не удивлена тому, что вот маленькие дети уже начинают свою спортивную карьеру, потому что, мне кажется, характер большого спортсмена, он закладывается именно в детстве. Ну, кстати, отбор в Академию футбола проходит на конкурсной основе, и обучение бесплатное. Больше подробностей традиционно ищите в интернете и на сайте в социальных сетях клуба.